красоты на сцене городского дворца культуры. Буйство красок, эмоций, аншлаг в зале и яркие девушки. 7 студенток 6 факультетов и института Армавирского государственного педагогического университета боролись за звание Мисс ГПУ 2016. Позади изнурительные часы тренировок, отборочный тур, впереди несколько творческих конкурсов. Как не потеряться в этом море обаяния, знала компетентное жюри. Ведь право носить корону Мисс Красоты и Грации вуза получит только одна. Подобное мероприятие проводится руководством АГПУ уже в 6-й раз и с каждым годом набирает популярность. Сегодняшнему празднику предшествовали мероприятия на каждом факультете. Каждый факультет избирал свою мисс, каждый факультет проводил определенные мероприятия. И сегодня у нас некий финал, то есть завершающий, заключительный этап нашего конкурса. Он уже действительно традиционный, потому что мы каждый год проводим мероприятия подобного рода. Уверен, что сегодня победит самая очаровательная, самая грациозная и самая умная девушка. Главный критерий битвы студенток. Мисс АГПУ должна блистать не только красотой, но и интеллектом. Участницы доказали это уже в первом конкурсе визиток. Небольшие креативные ролики в юмористической форме представили всю серьезность намерений конкурсанток. Желание победить управляло каждой из девушек. И без того накаленную обстановку на сцене подогревали болельщики. Факультет технологии, экономики и дизайна! Можно мне один? Давай. От слов к делу, вернее к танцам. Самому грациозному, творческому и притягательному этапу конкурса «Мисс АГПУ 2016». Организация этого праздника, точности постановки номеров могут позавидовать региональные конкурсы. При том, что и артистами, и режиссерами были сами студенты. По массовости и посещаемости конкурс «Мисс АГПУ 2016» в этом году превзошел все ожидания. В танцевальных и творческих номерах 7 красоток вуза было задействовано около 500 человек. А концертный зал городского дворца культуры Армавира не смог вместить всех зрителей, желающих лицезреть битву за корону. Наталья Козловская, Ксения Барко, Дарья Богомолова, Анастасия Шадрина, Дарья Остапенко, Юлия Фафанова. Каждая из них самая-самая. Но удача в этот день улыбнулась Виолетте Наточиевой, студентке Института прикладной информатики, математики и физики. Вот она, мисс АГПУ 2016. Юлия Чернышова, Александр Пензев, служба новостей Армавира.